Муниципалитет на регулярной основе помогает Одинцовской областной больнице в решении кадровых вопросов. Сегодня в учреждении особенно остро ощущается нехватка водителей для машин неотложной медицинской помощи. По поручению главы больницы откомандировано 6 водителей, работающих в гараже администрации. Они уже приступили к работе на автомобилях «Лада Ларгус», которые используются в первую очередь для поездок врачей на вызовы к больным. Сегодня выездной формат работы с пациентами является приоритетным.